Рэп-инфо, острый как соус чили. Новости в речитативе о России и о мире. Дино МС, СД, куплеты стелят в стиле. Читаем между строчками, мы уже в эфире. Пуля не имеет никакого срока давности. В центре Москвы убит полковник Буданов. И это дело обрастает странностями. Русские нацисты или кавказские кланы. Кровная месть или провокация? Почему убийцу хоронят как героя? Ситуация становится взрывоопасной. Общество расколото и спорят всей страною. Военного преступника отпускают по УДО. Возвращают ордена и награды. Это вообще нормально или всем все равно, что в последний путь его проводят с парадом? Спецназ, ГРУ, Министерство обороны, ФСБ, МВД и прочие люди в погонах. РПЦ, политики и журналисты, даже артисты спорят о наших законах. Кто-то скажет, что это была война, и все, кто там были, заплатили сполна. Но какие герои, такая и страна, и, к сожалению, не закончились те времена. Достоин полной реабилитации. Приложим все силы, чтобы вернуть ему звание полковника. Сижу на ЕГЭ, помогите мне. Ведь мои шансы его сдать выглядят сомнительно. Как можно жить на зарплату учителя? Приходится вдобавок быть и сообразительным. Эксперимент не удался, сдали ЕГЭ в полицию. Эксперимент не удался, у нас это традиция. Экзамен сдан, необходимый в самом деле. Школа учит находить лазейки в системе. Я хотел бы учиться в приличном вузе, но, к сожалению, там теперь квоты. Этот ЕГЭ меня очень серьезно грузит. А мне нужны образование и работа. Даже министр Фурсенко не хочет его сдать. Письменный русский быстро забывается. Спасибо ВКонтакте за возможность писать. Вот так моя взрослая жизнь начинается. Может, нам тоже кого-нибудь проверить? Есть вот у нас министр образования. Следующий раз. Никто не может быть принужден к вступлению в объединение и пребыванию в нем. Общероссийский народный фронт на предприятие возвращается портком. Формально ОНФ не партия. Вступление автора идеи не обязательно. Общественные предприятия, бланки техбезопасности подписывай внимательно. Советы научили обращаться с бунтарями, и капризным вынесут общественное порицание. Ехидничает Бузин, к слову, это выражение солидарности. Слова Пескова формировать, кто будет общественный запрос. Единовер, единомышленник, единорос. А вам опрос в ЦИОМа не кажется ли странным? 39% подростков на чемоданах. Дино МС СТ. Лови на видео новости, какими вы их еще не видели.